Всем привет! Сегодня у меня распаковка вот таких двух посылок. Они пришли вместе с одной группы, поэтому будем их распаковывать вместе. Вот. Так. У меня сегодня помощницы нет со мной рядом. Что придется как-то самой. Сейчас я распакую. Так, и в этой маленькой посылочке у нас, я уже как-то говорила, что в этой группе нас балуют там полотенечками. Заказываем. Ой. Вот. В этот раз я сделала заказ полотенец. Такие вот кухонные полотенечки двухсторонние. Я уже их брала как-то, вам показывала даже распаковку. И мне они понравились. Так вот. Три. Четыре. Мне решили положить всех одного цвета. 5 штук. Такие вот кухонные. Так, а это тряпочки для уборки. Их тоже случайно ложат. В случайном порядке тоже решили все одинаковые положить. Такие двухсторонние. Ими хорошо убираться. Такие вот 5 штук я их заказала. Я уж сама не помню, сколько чего я заказывала, каких. Так, это большое полотенце. Ой, размер не помню, какой его размер. Наверное, 1,40 на 70. Или больше. Если что, я там в уголку потом подпишу. Такое голубое я взяла полотенечко. Вот. И вот такое для лица. Тоже голубое. И должно еще быть еще побольше. Большое банное полотенце. Так, это у нас розовое. Для лица полотенца. Все остальное, наверное, в этой коробке. Полотенечки. Такие вот. Для лица. Так, сейчас раскроем эту коробку. Еще полотенечки. Ну, вот такое вот большое банное. Ой, оно огромное, конечно. Полотенце в кадр не влезет. Им действительно можно обвернуться несколько раз. Вот они, наверное, в комплекте у меня. Вот большое, поменьше и еще меньше. Так, вот розовое. Ой, вот такое тоже розовое. На камере оно, конечно, не таким цветом показывает, какое оно на самом деле. И это сиреневое. Розовая. Да, это еще розовое. Большое, которое банное. Вот. Качество, конечно, отличное. Покажу. Поближе покажу. Ну вот.
Ну и сиреневая тоже. Банная. Такой сиреневый цвет. Красивый сиреневый цвет. Мне даже больше понравилось, чем розовая. И вот средняя. Вот маленькая, думаю, где еще должно быть в комплекте три их, по три штучки для лица. Вот она еще. Так, ну и осталась тут красота. Красота. Так, вот это вот еще штуковина. Это стойка, чтобы ставить на выставке или где-то в магазине. Вот так вот свои работы. Вот это у меня поменьше такая вот штучка. Видите, она тут крутится. У меня тут только два яруса. А здесь три яруса. Должна быть повыше. Части. Вот это низ, наверное. Палочки тут вставляются, железное оно все такое. И вот три кольца этих. Ну, довольно такая высокенькая она получается по сравнению с моей той. Ну, это я все потом соберу и вам уже покажу в собранном виде. А пока продолжим и будем рассматривать вот эту красоту всю с этой коробочки. Первое, что я тут достала, это ригелин трубчатый, вот такой вот. Он 4 миллиметра в диаметре. Ну и я его себе тут набрала. Чуть-чуть разный. Видите? Такой вот. Фиолетовый, вот такой еще фиолетовый. Белый. К школе идет, много его взяла. Школьные бантики. Вот такой голубой мне нравится тоже в бантиках. Красиво смотрится. Так, и вот такой вот розовый тоже. Потом вот такой вот взяла. Он у нас шириной 4 сантиметра. Вот такой вот, немножко гармошечкой. И вот такой тоже. Тоже 4 сантиметра шириной, но он плоский, не гармошечкой. Не знаю, видно, не видно ли на камере. Серебристой такой ленточкой. Тоже к школьным бантикам. Так, вот этот вот тоже плоский, 4 сантиметра шириной. Он такой белый и такой прям радужный, всеми цветами радуги переливается. И вот такой просто белый. 3 сантиметра шириной, просто белый, тоже на школьные бантики. Так, дальше вот я достала такие ободочки, я своим девчонкам еще заказывала.
Вот такие вот ободочки. Синий прям такой ярко-синий, насыщенно синий. Узелком тут завязаны вот такие вот ободочки широкие. Это тоже ободочек. Сейчас его раскрою. Так. А, это вот так вот. Уже забыла, что заказывала. Вот это висюльки такие висят по бокам. А так он железный ободочек. Тут стразины красивые. Тут тоже стразиновые цепочки висят. Не знаю, как будет смотреться. Может, потом покажу, как на ребенке моем смотрится. Так, что тут у нас еще? Вот эти нашумевшие авокадики. Так, это смотрите, это самим надо склеивать. А, вот так. Я думаю, что тут не хватает. Два должно быть. Парочка должна быть. Вот. Угу. Фетр. На него приклеиваешь. Вот так. В общем, тут надо разбираться. Потом вот эту, наверное. Потом защитное стекло. А, насыпать сюда сыпучую вот эту штучку такую. Насыпать. Потом защитное стеклышко. И сверху вот так вот. И можно приклеивать или бантик в серединку, или же просто вот на заколочку клик-клак. Так вот. Тут смотрю, еще реснички надо выдавить. Вот вылетели тут. И с этого стеклышка защитную пленочку надо еще снять с двух сторон. Там в группе показывали, что она тут еще защитная пленочка есть. Тоже когда делаешь. Вот она есть. Видите? Но с одной и с другой стороны тоже. Так. Так, вот я еще тут, оказывается, заказала на аквабантики вот такие пакетики. Вот. Ну, уже наделала, конечно, у меня были запасы. Ничего, это на следующий год останется. Так, это у нас что-то ручки какие-то. Упаковали, чтобы они, наверное, не потекли, потому что ленточки. И упаковывают так вот. Да, это вот такие вот ручки. Они, видите, меняют цвета. Сначала одним цветом, потом другим, третьим и так далее. Вот. Пишут. Вот такие вот. Я своим девочкам своим купила, доченькам. Такие. Это синельная проволочка. Первый раз такую вижу, первый раз такую взяла. Не знаю для чего, но думаю, зимой на какие-то вот короны девочкам вот пригодится. В общем, придумаем что-то зимой.
куда она у нас пойдет. Мне только что ассоциируется зимой. Это синельная проволока. Вот, зелененьких. Два вида, два оттенка. Это вот голубой такой и вот такой голубой. Это синий. Красных два оттенка. Красный и бордо. Ну и белый тоже немного. Так, вот еще молды. Вот такой вот силиконовый. Это я участвовала в совместной покупке. Такой вот силиконовый. Я его заказала, чтобы делать игрушки. Новогодние игрушки вот с такими узорами. Не делала никогда, но вот попробуем. Туда ближе к Новому году. Так, а это молд листа фаленопсиса. Лепестка, вернее, лепесток фаленопсиса. Все на него смотрела, все-таки решила взять, потому что я еще не пробовала делать, только так, сама там что-то без молда делала. Хочу с молдом теперь попробовать. Вот такой молд взяла. Орхидея. По-простому орхидейка. Так, вот еще такие штучки. Это подставочки. Я как-то уже вам показывала, что я такую брала. Тоже тут пленочка защитная, надо снимать. Ну, вот это вот. И сюда заколочки цеплять. Куда-то ставить на продажу. А это вот тоже вот такие вот. Тоже защитная пленка, видите. Тоже они стоят. Не покажу вот никак, как они стоят. Можно, видите, прорези есть. Можно и резиночки на них нанизывать, цеплять. А можно и заколочки. На прилавок вот такой вот продавать. На продажу. Так, вот еще нашла. Это вот из фоамирана выдавливать, ну, получается, чашелистник, пятилистник. Да? Вот видите, тут в наборе идут вот так вот. Три штучки. Так нажимаешь, выдавливаешь. И делаешь. Такие вот тоже. Молды, не молды, но вот что-то подобие того. И вот такие серединки. Меня предупреждали, что они сыпятся. Ну, решила взять, сделать подсолнушки. Серединки. Они какие-то все разные. Хорошо, взяла немного. Всего 4 штуки. Они сыпятся. И вообще все разные. Так, взяла себе вот еще один пистолет. Конечно, он на фотографии был такой более морского цвета. А тут он чуть-чуть не такого цвета. Ну, хорошо, хоть смотрю, подойдет обыкновенная тут розетка. Подойдет к нему. Будем испытывать. Так, вот фурнитуры набрала тоже себе. Вот такие заколочки. Заколочки 3 сантиметра
длиной. Такие совсем малявочки. И на броши, на галстуки броши вот такие вот. Застежки, булавки. Так, дальше вот такая куча мала. Это лента на закладке. Вот такая. На моем канале есть уже мастер-класс таких закладок. В школу детям можете посмотреть. Вот география, это окружающий мир, это литературное чтение, быстренько так пробежимся, это математика, русский язык, музыка, так, английский, история, алгебра, химия, биология, физика. Это дневник, в дневник закладочку и азбука. Ну и также к ним идет пластик. Вот музыка, химия, окружающий мир, азбука, литературное чтение, дневник, математика, алгебра, биология, геометрия, английский, история, география и русский язык еще. Так, это я взяла для подвесок в машину. Тут вот автоледи. И вот такую ленту 4 сантиметра. Оно вот такими хвостиками делается. И написано «С Богом в дорогу», «В дорогу с Богом». И тоже там как-то вот на подвеску в машину. Так, взяла вот такую принтованную ленту. Она идет 4 сантиметра шириной. И вот такой принт. Можно делать и камелии. Можно другие бантики. Ну, вот так.